Серпухове на фасаде Дворца молодежи «Дружба» появится еще один арт-объект. Он станет продолжением красочного граффити, которое иллюстрирует счастливое детство. Художник Илья Демченко уже приступил к работе. Здесь также будет продолжаться город. Да? Из детей сначала предлагал 3 детенышей, уже еще поменьше. Да? Но в итоге решили остановиться на одном, который будет кормить собаку. Вот, он будет, в принципе, относительно по центру стоять, вот здесь. А из самой композиции здесь будет такая, ну, так как и там был у нас фокус такой, фишай, здесь он, вот эта часть, это часть того дома, и она еще более кривая. И здесь я уже понял, что надо, раз это все равно детская иллюстрация, почему бы немного не приврать, и здесь будут тоже такие кривенькие дома, но улица будет ступенчатая, уходящая вот наверх и туда в бок. На оформление этой стены, по словам художника, уйдет 50-60 литров краски. Разметка уже нанесена. Сказочный город должен быть готов к Новому году.